Сейчас замеры все снимем. То, что у нас 180, в общем-то. Можешь пока встать. Сейчас я тебя замотаю. Много очень. Много? Надо, блин, два оборота тут в сторону. Ну, ты же думаешь, что мало ли там тебе на сопротивление какое-то окажет. Мне кажется, с этим мне тяжелее будет. Да не, почему? А что, голыми будешь, что ли? Должен, наверное. Не, ну голыми будет. Порезать? Даже не тяжело. Ну и не может, да, порезать, да, кстати. Просто ты сегодня малый, как ты изгиб, блин, ты мне кажется... Да изгиб получится, блин, гвоздь тяжелее. Ты гвоздь гнул, у тебя изгиб был голыми. Я гнул, это... Хороший. А это вообще как бы фигня. Ну ладно. Не знаю, конечно, согнул или не согнул. Так. Давай я подержу. Так, да все, я держу. Так, сколько тебе сейчас лет, значит? 64. Ну, вот, чтобы это... А то я напишу, скажу, что я там что-то приврал, может быть. Так, короче, будешь гнуть, ну, вот так вот на себя. А почему так-то? Мне легче, блин. А как тебе легче? Вот так, только у меня... Так, ладно, стой. Подожди. Чтоб я тебя, подожди, видел. Ну. А в колено тоже нельзя. Не, ну можно, но ты лучше на весу ее зафигачи все. Блин, я не смогу на весу. Давай, пробуй вот так. Ну. Нет? Чуть-чуть так согнал. Блин, как по-другому. Так вот, может быть. Ну, давай как об колено попробуй, я не знаю. Так, об колен как-то это понятное дело, что я согнул. Мне надо по-другому как-то. Ну только не садись. Так, можно. Ну можно. Вот так можно, да. Вот. Так вот. Не, ну ты лучше рукой держи, не надо в пузо-то. А вот так я хочу. Ну это фигня, ну давай. Какой-то собственный стиль. Колен, да давай, можно. Нет, да там детская железка, блин. Сейчас. Да руками лучше, как я тебе говорю, гнул бы и все. Сопротивляет. Как это, блин, было подлиннее. Во! Все, давай руками просто дави. Теперь пальцы скрещ. Да, конечно, так и нужно. Давай, начало уже легко пойдет. Давай еще. Все. Еще давай, фигарь. Все. Вот, размотай теперь эту фиговину. Сейчас. Прям рвать можешь, там не жалко. Резинка какая крепкая. Резинки мне будешь покупать. Это просто ее смотай, да все, вон за нижнюю, да, потяни. Блин, он Димон как раз пишет. Че, можешь разогнуть? Не надо разгибать, потому что нам надо посмотреть это. Короче, разматывай ее, только чтобы не упала. Сейчас положим ее на измеритель, на линейку. Надо, чтобы она меньше 5 сантиметров была. Может быть и меньше. Да меньше. Может и меньше. А может... Клади сюда. Все, клади на стол. А можно еще поджать? Да.
Но она и так у нас меньше. Нет, 6. Нет, меньше 5. Вот. От края до края меряю. Можешь поджать, прям голыми руками можешь поджать. Да? Что там, там фигня? Так мне даже удобнее, чем своими зарезками. Жал сантиметр. Да все уже. Она и так меньше. Все, ложи опять на стол. Ну что, тугая, нет? Да не, не особо. Ну, нормально. Вот, держи. Все. На память. Все. Давай, молоток. Все, давай мне сертификат.